Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла посылочка от фирмы Беркинг. И здесь пришли новинки 2019 года. Реплики на воблер Re-Range 130. Наклеечек в этот раз продавец не прислал. Их и так уже много. И пришли такие вот интересные 4 воблера. Сейчас все вскрою и ближе покажу, померяю. Посмотрим, как они плавают. Произведем небольшой обзорчик. Воблер. Распаковал воблеры, и вот такие расцветочки мне пришли. Довольно добротно все сделано. Качество очень радует. Каждый раз все лучше и лучше. Даже можно посмотреть, как красиво играет данный воблер. Крючки очень острые. Сразу цепляются за пальцы. На всех воблерах на спинке присутствует надпись Re-Range 130 SP. Заодно и посмотрим, как они плавают. Очень хорошо на данном воблере видны внутренности. Один шарик маленький стоит в хвосте. Два шара за головой. И, как видим, стоит магнит. Устройство магнитное для заброса. Довольно хорошо надо тряхануть, чтобы он сработал. Но воблер не сильно шумный. Сейчас померяем, взвесим. По надписи мы уже видим, что он должен быть 13 сантиметров. Ну, так оно и есть. Ровно 13 сантиметров. Но коробочка нам понадобится большая. С лопаткой воблер 14 сантиметров. А с тройничком, разложенным назад, 16,5. Сейчас проверим на вес все воблеры. Производителем заявлено 22 грамма. Положил коробочку. Воблеры очень большие, тройнички большие. Первый воблер 22,44. 22 грамма есть. Второй воблер 22,30. Двадцать два тридцать пять, 22,16. Разбежечка, конечно, присутствует, но в 22 грамма они полностью все входят. Теперь проверим их на плавучесть. Проверим на плавучесть первый воблер. Воблер всплывает, но не сильно быстро.
Итошайнеры всплывали от Беркинг помедленнее, чем Реренж. Ну, я думаю, если мы огрузим поводком, сейчас попробую стрельнуть магнитом, посмотреть, как его. Ага. Если огрузим поводком, то всплывать они будут намного медленней. Произвели все замеры, высушил воблеры, и, как видите, с одного воблера, самого такого цветастого, красивого, я резиночки защитные с тройничков не снял. Ну, как говорил ранее, воблеры Беркинг я буду один или разыгрывать, или дарить дружественным каналам. И вот данный воблер я решил подарить каналу Spin Battle TV. Также, друзья, на канале скоро буду разыгрывать и силиконовые приманки. Буду стараться делать розыгрыши разные, и чтобы победителей были не один, не два человека, а побольше. Поэтому, чтобы не пропустить розыгрыши, ставьте колокольчики, подписывайтесь, не забывайте. Дальше будет интересней. Ну, а на этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. А канал Spin Battle TV попрошу со мной связаться.